Выставка стала межмузейным проектом. В витринах представлены предметы из коллекции областного художественного музея имени Ивана Пожалостина, областного научно-методического центра народного творчества, музея-заповедника «Зарайский Кремль», но основа – фонды Рязанского Кремля. Коллекция костюма, которая собиралась еще со времен существования Рязанской ученой-архивной комиссии, то есть с 1884 года, продолжает формироваться и сегодня. Сейчас коллекция традиционного костюма музея-заповедника насчитывает более 4500 экспонатов. На выставке представлена лишь малая ее часть. Зрителям представили 20 ансамблей 12 рязанских уездов, включая Зарайский, который когда-то входил в границы области. Кроме одежды, на выставке представлены головные уборы, предметы быта, домашние ткани, рисунки Филиппа Малявина, показывающие красоту рязанских женщин, позволяющие оценить, как выглядел наряд на его носительницах. Костюм востребован всегда исследователями, художниками и просто назрело. Это было необходимо сделать до построения новой экспозиции, да, до постоянного экспонирования костюмов необходимо делать такие промежуточные выставки. Костюмы Рязанской губернии в целом отличало обилие красного цвета, однако в каждом уезде были свои особенности. Выставка будет работать во Дворце Олега до конца августа. Более полно представить костюмы из своей коллекции музейщики обещают в новом здании. Этнографии посвятят отдельный зал. Экспозиция будет работать постоянно.